С начала текущего года с участием пешеходов произошло 397 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 42 человека погибли и 373 получили травмы различной степени тяжести. Все из-за небрежного отношения одесситов к правилам дорожного движения. Патрульная полиция Одесской области провела разъяснительные беседы с нашими земляками, чтобы обновить их знания и отношение к нынешнему законодательству. Так, напомним, что пешеход обязан переходить проезжую часть в строго отведенных для этого местах, выходя на дорогу, убедиться в отсутствии опасности для себя и других участников дорожного движения, всегда обозначать себя светоотражающими предметами и средствами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. И главное, не перебегать проезжую часть, не смотреть в мобильный телефон во время совершения маневра. Вынуть наушники из ушей перед тем, как переходить дорогу, тоже не будет лишним. Щодо основних причин, чому трапляється ДТП з вини пішоходів, це вихід, перебігання, перетинання проїжджої частини у невстановлених місцях, потім перехід дороги на заборонений сигнал світлофору, також порушення правил безпеки під час руху в темну пору доби, а також є відсоток ДТП з вини нетверезих пішоходів. На сьогоднішній день передбачено штраф за порушення пішоходами правил дорожнього руху. Це 255 гривень, які вони повинні сплатити. После разъяснительных бесед с прохожими полицейские начали ловить нарушителей. За 15 минут проезжую часть в неустановленном месте перешли 3 человека. Горожане признаются в нарушении, но говорят, что сильно торопились. Кто на работу, а кто по другим делам. Интересно, что справа, что слева на расстоянии 50 метров находятся пешеходные переходы. Спешишь каждый раз? Спешу. Я на работе здесь, просто побежала в магазин, надо кое-что купить, а сейчас опять буду бежать, потому что маску надо взять, таврию надо зайти. Вот такое, вот такая жизнь. У меня вся жизнь вот такая, все бегом, 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 бегом. Зачем спешить в такой ситуации? Не знаю. А что вы думаете вообще о таких проверках патрульных? Потребны, дуже потребны эти проверки. Вот, чтобы другие не брали из меня пример. А вот женщина перебегала дорогу вместе со своим ребенком, тем самым подвергая опасности и себя, и своего сына. Патрульные составили административное постановление. Теперь ей нужно будет уплатить штраф в размере 255 гривен. Є у нас пункт 4 правил дорожнього руху, в якому чітко прописано обов'язки та права пішоходів. Ви мало того, що себе наражаєте на небезпеку, ви подаєте приклад ще своїй дитині в зв'язку з грубим порушенням правил дорожнього руху, відношенню до вас буде винесено адміністративну постанову. За частиною 1 статті 127 порушення пункту правил 4.14 г правил дорожнього руху. Патрульная полиция Одесской области призывает всех горожан не пренебрегать правилами дорожного движения. Ведь от того, что вы сэкономите пару минут драгоценного времени, могут пострадать другие участники дорожного движения. Подавайте пример другим людям, в первую очередь своим детям. И переходите дорогу только в установленных местах и на нужный сигнал светофора. Василий Базовлук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».